Всем привет! Здравствуйте! У нас сегодня хорошая новость. У нас в спортивном клубе Шаркопедик, город Симферополь, мы получили олимпийский гриф и бантерные блины от компании «Злат Гриф» из города Златоуст. Единственная компания «Кит». Смотрите, еще раз гриф потеряете на 4 дня. Для этого не простим и возьмем вас штурмом. Ну а «Злат Гриф» — аплодисменты. Посмотрите, как упакованы блины. Это еще не все. Там была огромная деревянная коробка, из которой мы уже поставили. Дима Алексеев покажет сейчас, как гриф, да, будет открывать. Но мы начинаем и показываем, как они выглядят. Достаем из упаковки бантерные блины. Смотрите, какая красота, чудо. 45 сантиметров. 56 миллиметров. Вот это отверстие получается как раз для грифа, который толщиной 50 миллиметров. И цвет мне нравится. И запах. Бамперные блины изготовлены из высококачественной резины. Они подходят для кроссфита, для пауэрлифтинга и, конечно, для тяжелой атлетики. 5 килограмм. Мне еще нравится, что они одинакового размера. То есть они такие достаточно мощные. Патрик, складывай. Я еще представлю. Пока мукал Патрик. Дмитрий Алексеев. Это тренера, ну и я, конечно, Андрей Шарков. Мы тренера спортивного клуба «Шарк Атлетик». Продолжаем. Ох ты, Патрик, это уже не пятерочка, это пятнашечка. Смотрите, какой яркий цвет. Точно будет не скучно заниматься. Пока мы с Патриком разбираем бамперные блины, Дима борется. И это хорошо. С упаковкой грифа, олимпийского грифа, 20 килограмм вес. А посмотрите, какая упаковка. Дим, давай покажем. Я все боялся, что кит помнет, но он этого бы не сделал. Жесткий картон, да, практически пластик. А ну поднимаем еще. Ну вот приезжает это хромированное чудо. Патрик, давай, чтобы... Смотрите. Черный логотип, «Злат Гриф». Диаметр втулки 50 миллиметров. Диаметр самого грифа 28. Длина 2 метра 20 сантиметров. И самое, ну не самое важное, но это очень важно. Посмотрите. На нем две отметки. 81 сантиметр для пауэрлифтинга и 91 для кроссфита и тяжелой атлетики. Надежно и вращение, да? Подшипник работает. Отлично, Дима, складывай. Вы знаете, это можно делать вечно. Бесконечно. Бесконечно. Было больше. Так что спасибо большое «Злат Грифу». Патрик, продолжай. Спасибо огромное «Злат Грифу» за доставку очень быструю. Качественно. Я смотрю на каждую царапочку. Их нет. Может где-то там скотчик. Их нету. Резина целенькая. Вы знаете, мы зал красивый. Оформлено красиво, замечательно. Очень приятно. Зал у нас укомплектован оборудованием. Одним из лучших — это тренажеры «Крафт». Мы взяли эту полную линейку. А вот такие специальные, как бы, вещи, которые надо для профессиональных спортсменов, где нельзя вообще промахнуться, мы набираем по чуть-чуть. Это олимпийский гриф, это бамперные, получается, блины, олимпийские блины, скамейки для жима, стойки для приседаний, помост сделали шикарный для тяги. Мы по чуть-чуть собираем лучшее. И вы знаете, я уже рад, что мы обратились к «Злат Грифу». Представляете, из Златоуста аж в Симферополь этот гриф приехал. А сколько радости на лицах Патрика из Дмитрия. Обратите внимание. Мы его ждали, ждали этот гриф. И ты даешь желание заниматься. Реально дают большое огромное желание заниматься. И не пропускать. Ты опаздываешь на тренировку. Красотень.
Влад Гриф не подведет. Ну, если серьезно, все это шутками хвалим-перехваливаем. Но ведь правда, посмотрите, насколько качественно сделано, насколько серьезно все упаковано. И мы перед тем, как жать, тянуть, мы еще поставим все эти блинчики на весы и посмотрим, чтобы грамм-грамм вес совпадал. А пока, ну, мы радуемся, потому что действительно очень все качественно и здорово. А вот теперь точно уже собрали. А где 2,5? Подожди. Двойная тяга. Ну, с таким весом. Всем пока. Thank you. See you. Да, представьте, можно сейчас сделать под вас 5 раз. Победа! Я забыл вашего брата! О, короче, есть, наконец-то!